входим в ворота и идем по дорожке, выложенной большими плоскими камнями, аккуратно ступая, любуясь на вид деревьев, вид цветущей сакуры, которая склонилась своими ветвями над речной заводью. Проходим по дорожке, видим справа гору, которая возвышается за забором. Подходим к маленькому деревянному мостику. Можем полюбоваться видами. Цветущая сакура очень красивая на фоне голубого неба. Также мы видим маленький ручей, который вытекает из-под забора сада, из-под груды камней. Слышим его журчание. И вот вдалеке по дорожке мы видим чайный домик, небольшой чайный домик. И подходим к нему. Вот бамбуковая калитка и бамбуковый забор. Проходим и оказываемся у каменной чаши с водой, с бамбуковым ковшиком для умывания рук. Рядом стоит традиционный каменный фонарь Тора, который освещает воду. И далее, омыв руки, проходим к чайному домику. Аккуратно входим, низко склонившись в домик. Здесь видим столик с чайным набором, а также в нише токанома стоит кибана и свиток на стене, в котором можно очень мило порассуждать с принимающими хозяевами. Можем полюбоваться на это. Чайная кибана в простой форме, в простой бамбуковой вазе. Если хорошая погода, принимающая хозяйка, хозяин может открыть створки, чтобы можно было из этого домика любоваться садом. Они сдвигаются, и открывается замечательный вид из чайного домика, таким образом объединяя пространство внутри домика и природу снаружи, частью которой он является. Прекрасный вид на озеро или заводь, на цветущую сакуру. И вот, выпив чаю, мы можем, выходя из этого чайного домика, полюбоваться на красивый вид, на сакуру, которая отражается в воде. И далее по тропинке, выложенной каменными плитками, через мостик мы можем пройти. Вот по этой тропинке, любуясь видами, вдыхая запах цветущей сакуры, любуясь на деревья, на траву, на голубое небо, чувствуя себя в единстве с природой, очень красиво отражается сакура в воде. Мы проходим к выходу из этого японского сада. Напоследок мы можем еще раз обернуться и полюбоваться на весь этот маленький, уютный японский садик с чайным домиком.